Задержан экс-директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщают РИА Новости. Он подозревается в превышении должностных полномочий с нанесением ущерба на сумму около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Отметим, что Али Ибрагимов был уволен в конце февраля после публичного конфликта с мэром Дербента Хизрия Бакаровым. Подозреваемый задержан в Москве, где находился проездом. Сейчас, по данным информагентства, бывшего директора музея-заповедника доставили для дальнейших следственных действий в Дагестан.